Всем привет, мои дорогие друзья! Привет, любимые подписчики! Как ваше настроение сегодня? У нас четверг, сегодня суперский день, сегодня максимально суперский день. Конечно, меня Дмитрий, это канал «Вместе к успеху мечты». Каждый день мы делаем разбор полетов, каждый день мы занимаемся зарядкой, каждый день становимся лучше, успешнее, продуктивнее, выносливее, друзья мои, плодотворнее. Все позитивные качества собираем и каждый день их увеличиваем в разы. Сегодня 4 градуса, ветер так хорошенько поддувает. И я решил сегодня максимально отжечь на тренажерах. Я сейчас на тренажеры пойду. Сейчас еще пробегу немножко назад. И будем максимально зажигать. А сегодня тема вообще такая счастливая тема. Такая максимально счастливая тема. Тема сегодня о вознаграждении, друзья мои. О признании и вознаграждении. Поэтому не переключайтесь, буквально 30 секунд. И мы с вами максимально зажгем. Максимально чудотворно, счастливо, эмоционально зажгем, друзья мои. Никогда не думал, что так можно пропотеть при температуре 4 градуса. Буквально вот за сколько там, 10-12 минут я позанимался зарядкой. Ну, скажем так, это даже больше был такой вот выносливый такой вот кач. Такой легкий, выносливый кач, но за короткий промежуток времени, то есть интенсив такой. Ветер ощущался вообще, ну не ощущался там, где я занимался. Вот лесок пришел, тут под лесок еще перед лесом. Так вот, такой колосся колышется, то есть чувствуется ветер такой. И так как пот выделяет, он охлаждает кожу еще больше. Соответственно, ветер дует на воду при 4 градусах. Ну, скажем так, ощущения такие очень интересные. Просто поразительный, скажем так, да? Не хватает еще дождика, вот обещали дождик, смотрю на градус, по погоде дождь, а дождя нет. Ну ничего, еще все впереди, друзья мои, правильно? Правильно, ну что, погнали, поехали, мега-мега жигу жечь. Сегодня просто суперская тема, потрясная, замечательнейшая тема. Это вознаграждение, друзья мои, вознаграждение и признание. Начнем с признания, для чего мы все живем, для чего мы стараемся, для чего. Пока мы не получим ответ на этот вопрос, смысла того, что мы делаем, вот, особенно ну, такого серьезного не будет. То есть в своем предназначении, в своем признании мы должны понять, для чего мы все это делаем, для чего мы стремимся стать успешными, для чего мы стремимся стать счастливыми, да? Для чего мы стремимся стать, то есть вот это вот признание, которое мы получим, когда будем это иметь. Смотрите, я вам покажу сейчас, вот по какой тропе я иду, смотрите. Прямо как в сказке. Просто потрясно, это тропа. Вот. И получая признание, когда мы найдем свое предназначение, для чего мы все делаем, то есть для детей, возможно, для своих родителей, возможно, для своего личного будущего. Там, да? Но все, конечно, это для будущего. И сам смысл, главный смысл, это получение нами удовольствий, максимальных удовольствий, получение счастья, ощущение изобилия, процветания. То есть есть вот такой вот смысл, самый глубинный, да, это получить удовольствие. А есть смысл непосредственно более такой физический, то есть ради чего, то есть
возможно, для счастья других людей, возможно, для счастья там своих детей. Опять-таки, все это на эмоциях подвязано, перевязано. Вот, и все работает только через эмоции, друзья мои. Вышел я на поляну. Ну, это сосновый бор. Это просто шедеврально, все это стоит умиротворенно. Шепчет, прямо шепчет. И живет своей жизнью, друзья мои. Это просто потрясно. Не перестаешь удивляться, это просто. Признание, вот какими мы хотим стать по отношению как минимум к себе, да, по отношению к нашим близким, родственникам, по отношению к нашим, вообще ко всему окружающему миру. То есть получить признание — это когда, ну вот если там поверхностно брать, там типа признают тебя там, в каком-то обществе, тебе признали, да. Но тут на самом деле это в первую очередь нужно для себя. Получить признание для себя. Себя признать, то есть благодаря самодисциплине, саморазвитию, благодаря успеху, который ты принесешь в свою жизнь в будущем, и получишь это вот признание в первую очередь для себя. Начнешь признавать сам себя и начнешь признавать себя другие. Это все очень просто и элементарно. Что касается вознаграждения, здесь вообще потрясно. Никогда не работайте на износ. Нужно себя вознаграждать. По-любому, 100%. Если вы не будете себя вознаграждать, то есть вы не будете себе платить, неважно, не обязательно это там, ну, деньгами, там, да, вот заплатить себе деньгами, нет. Свободным временем. То есть заплатить себе свободным временем, которое можно уделить для себя, для активного отдыха, для саморазвития, для чего-то своего личного, не то, что касается обязательств, которые непосредственно каждый день в рутине вот в этой вот, да, а вознаграждение непосредственно для себя, чтобы ты знал, ну вот как работает мозг. Если он себя постоянно будет в работе, да, постоянно, ему нужен отдых, сон, это понятно, вот. Но еще нужно признание, призвание, вот это вот вознаграждение получить после своей работы, вознаградить себя за какую-то проделанную работу, за какой-то полученный успех, за какой-то шаг вперед. Именно вознаградить себя отдыхом, временем, вознаградить себя какими-то вещами, может быть. Может быть, да, действительно, почему бы и деньгами не вознаградить себя. Тоже может такое быть, заплатить себе в первую очередь, да? Вот. Если мы не будем платить себе, если мы не будем получать это вознаграждение, у нас будет износ. Понимаете, мы потеряем смысл, для чего мы это все делаем. То есть в любом случае, да, есть глобальные цели, но чтобы прийти к глобальным целям, да, нужны шаги. А шаги, да, небольшие. И вот такими вот небольшими шагами, небольшими шажками такими вот, да, легкие, легкой поступью, да, мы непосредственно двигаемся к своим целям. И вознаграждать себя нужно непосредственно за небольшие шаги. И, ну, чем больше шаг, конечно, там вознаграждение должно быть больше, серьезнее. А чем там меньше шаг, соответственно, вознаграждение должно быть меньше. Ну, вы уже сами смотрите по себе, как вам будет удобнее вознаграждать себя. Потому что вознаграждение работает так, когда ты получаешь это вознаграждение, ты наполняешься больше энтузиазма, у тебя появляется больше эмоций, благодаря которым ты снова готов покорять просторы вселенной, там, ну, понимаете, да, о чем я говорю. Вот, становиться лучше, успешнее и добавлять еще шаги к направлению своего успеха. Это просто потрясно, друзья мои. Вот, допустим, сделали какое-то дело, да? Сделали какое-то дело. Я сделал это. И, значит, вознаградили. Нашли какое-то время, полчаса, 10 минут, 20 минут, и занялись чем-то своим, что на самом деле приносит вам удовольствие в вашей жизни. И получили от этого еще больше заряд. То есть вы сделали, записали, это успех, это круто. Записать для того, чтобы потом это просчитывать там, в любое время, чтобы воодушевляться еще больше, еще круче, короче. Вот.
и вознаградили себя, какое-то подарили себе время, какие-то подарили себе средства, пошли сходили в магазин, эти средства, допустим, использовали, вот. Или еще каким-то образом, друзья мои, это просто супер, вознаграждать себя нужно, необходимо, и практически за каждый проделанный вами, как вам кажется, для вас важный шаг, понимаете? Важный шаг предприняли и вознаградили. Важный шаг предприняли и вознаградили. Чем не потрясно? Супер! Вот это вот вознаграждение, это и есть тот стимул, который двигает тебя дальше. Ты после того, как себя вознаградил, ты чувствуешь прилив сил, и ты готов двигаться дальше, готов покорять следующие вершины. Опять себя покорил, вознаградил, и опять. И вот так вот, по вот такой вот потихонечку мы будем себе больше и больше вознаграждать, и мозг, наше подсознание поймет, что все усилия, вся самодисциплина, все старания, все это не напрасно, а все это вознаграждается. За все это мы получаем какое-то призвание, какое-то признание. Вот. И благодаря этому еще больше мозг будет это воспринимать, и он будет готов, то есть не просто там накатывать, да, а конкретно делаешь и получаешь, делаешь и получаешь, вкладываешь и получаешь, понимаете? Я же забил немножко. Так вот, вознаграждение, вот это, оно нужно для стимуляции дальнейших твоих действий, для стимуляции твоего роста, твоего жизненного статуса, твоей вот этой вот искры, которая тебя дальше будет зажигать. Если себя не вознаграждать, можно просто утонуть вот в этих вот задачах. Обязательно нужен перерыв, и обязательно себя нужно вознаграждать. Можете изолироваться, отключить все сети, отключить все телефоны, просто побыть наедине, помедитировать. Ну, кто у кого, как у кого лучше, что нравится, то тем и занимайтесь, вознаграждая себя. Нравится по бутикам ходить? Супер! Даже если без денег, пошли, потратили там 2 часа, 3, походили по бутикам, вознаградили себя вот этим воображением. Представили себя в самых крутых одежах, там, представили себя в самых таких важных, статных, то есть... Походили, попримерили, посмотрели в зеркало. Можно в примерочной даже сфоткаться. Это вообще будет супер. Потом еще распечатать и на стену. За бешеные, пускай, ну, для нас, для теперь бешеные. А тогда, на самом деле, когда вы это будете приобретать, это уже будут совсем не бешеные деньги. Понимаете? Это просто супер. Мы вознаграждаем себя вот таким вот способом. Получаем еще лучший стимул, друзья. Поэтому вот такое вот видео небольшое. Чтобы получить вознаграждение, нужно... Постараться и вознаградить себя за свои слова. Как вам? Я думаю, что... Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, нравится видео, ставьте лайк. Завтра мы опять с вами встретимся. Сейчас немножечко прохладно, если это дождь ударит, будет вообще под дождем жигу жечь, да? Вот, успехов, удачи вам в сегодняшнем дне, чтобы максимально воплотить все ваши желания, все ваши цели, устремления, все ваши планы на сегодня, чтобы максимально вам удачно все это реализовать, друзья мои. Я с вами прощаюсь. Мы встретимся завтра. Это был Дмитрий. Канал «Вместе к успеху мечты». Вместе к успеху нашей с вами мечты, друзья мои. Пока! Thank you.